есть. У нас сложные случаи, и девушку жалко, девушка очень красивая. Что мы имеем? Мы имеем неоднократно оперированный нос. Нос уменьшился сильно в размере. Угол у нас обугленный, сильно поднятый. Тут где-то 150-160 градусов. Крупное лицо. Даже ребро стоит. Я в некоторой рассеянности, потому что, конечно, можно сделать лоскут со лба. Но это уже травматическая операция. Нужно брать ткани на лбу. На лбу останется рубец. Это нужно как минимум две операции, а так уже коррекция по истечению лоскута. Возможно, третья. То есть это нужно обречь человека еще на две операции. Поэтому сейчас будем обсуждать, насколько пациентка готова нести такую сложную операцию и готова к ней. Вот так заканчиваются некоторые эстетические операции. Это, конечно, очень печально. Так не должно быть.